Доброго раннего утра, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Время без 10:05, 12 мая 23 года. Что по рыбалкам? По рыбалкам тихо. Выложил краткий отчет тут на днях ВКонтакте. Кое-как, кое-где. Вот вчера только два водоема объездил. Был на основном, рядом с основным нашел там прудик пожарный. В прудике много карася и мелкого окуня. Вообще не поклевки. Ну, может быть, погода так сыграла. Может быть, еще что-то. Не знаю. В общем, приехал опять на запасной аэродром. По снастям быстренько. Леропс. 1,98 м. Шнур экспериментальный от фирмы Дайо. Катушка от Дайо. Престиж 800. Вот. Шарнирка. Т-0,2 грамма сейчас. Попробуем половить что-нибудь, покидать. Не берет. Ну, не берет вообще. Вот я смотрю, прям вот как-то вот, да. Кое-где, кое-как, какие-то пощипывания, какие-то такие поклевки начинают там. Конец мотыля теребить, там приманку, да, там подстаскивать. Ну, да, остается только плакать, как говорится. Ну, что, поехали потихоньку. Наконец-то. Есть контакт. Карасик, походу, дело. Да. Карасик. В общем, я тут уже шнур сменил. Поставил леску. Тоже экспериментальная Дунаев. Вот он. Ну, фиолетовый мотылик отозвался. Ух ты, блин, да что ж ты так? Губы такие мясистые. Фиг крючок выдернешь. Спасибо, дорогой. Ясно. Ловля такая, чуть не в приглядку. Кидал, смотрю, бок мелькнул. Такой дюк. Серебристое что-то. Туда раз заброс. Знаете, здрасте, поклевка. Дуркует рыбка. Непонятно почему только. Ну, как-то неактивно. Может, конечно, рано еще. Может быть, чуть попозже еще что-то будет. Вот как сейчас. Раз, тут латвинус попался. Крупный. Такой вот, который, как всегда, сделал свое черное дело мне на руку. И у них любовь какая-то, помечают, что ли они нас так. Да. Второй подряд прям. Да, видно, вот со шнуром что-то ему не нравилось. В том плане, что, наверное, хоп, слишком дерзкая проводка была. Не то ему надо было. Ну, почему я всегда говорю, что, ребята, две шпули на одной шнур, на другой желательно иметь леску. По поводу проводок всегда надо экспериментировать. Побыстрее, помедленнее, менять там поочередность и так далее, тому подобное. А вот с утра нимфы пробовал, я говорю, молчат. Бывают какие-то поклевки, какие-то поимки, но они какие-то единичные. Зачастую вот получается, перед мордой попал, она бух взяла, блин. А вот так вот, чтобы в процессе проводки, да, там где-нибудь, нифига. Ну, еще реки впереди, водоемы незнакомые. Будем пробовать, что? Один есть. Ой. Ух. Как же Леропс отрабатывает классно, а? Не, я балдю от этих палок. А вот сейчас вот
поставил донбайт с чесночком. И вроде как даже ничего. Даже очень хорошо. Ну какой красавчик. Спасибо. Да, почему-то что-то либо покрупнее, здесь только на пикер попадается. Вот сколько здесь рыбачу, а уже, как говорится, не первый год, и не пять, а больше. Да, вот постоянно. Вот мужики сидят, те, кто завсегдатаи, и меня уже узнают. И я их знаю. Кто с поплавком, кто с... Вот те, кто сидят с этими... как его там, ну, с фидерами, с донками, вот этими кормушками. Вот именно так, вот именно с пикером или фидером тут вот именно как, ну, как оно положено. Здесь мало. Обычный спиннинг, типа а-ля крокодил, что-то типа того, блин. Вот. И бубенчики. Вот сыздали еще влетает карась там. Под кило, по 500 грамм, говорит. А вот вдоль берега, кто на поплавок сидит обычно, у всех здесь 6-8 метров длиной. Хай, зацеп был. Палки по 6-8 метров, ну, эти махалки, удочки я имею в виду. Ну, все в один голос, говорит, вот такого размера. Сам как бы спикером ходил, пробовал. Да, спикером покрупнее, а вот так вот. Вдоль берега вот сковородочники такие некрупные влетают. Ну ладно. Главное, он тут расплодился хорошо и стал брать. Это самое главное. Наша задача его обмануть и споймать. Я так считаю. Так, это, а нет, отпустил вроде. Думал, зацеп опять. Хотел уже вытаскивать. Мелкий плотвинус. Продолжается борьба. Там кто? Плотва. Только хорошая. Поставил сейчас кусочек беленький. Это опарыш этого браунперческого. О, какая красотулька. Спасибо. Ловили одно, клюнул другое. Ну, хоть размер не такой уж совсем позорный. Хотя, конечно, мелочь. Поменял я водоем. Кто там идущий на работу... слишком много вопросов задают. Зрителей я не очень люблю. А что? А где? А куда? Ребята, крупняк попер. Чуть больше мотыля. А все туда же. Ребят, даже включиться забыл. Короче, прям под ногами шандарахнул, пока подсак доставал туда все. Ну, в общем, вот такой боец еще. Давай, спасибо. Ушел